Только 61 тысяча больных была обеспечена бесплатными лекарствами в Северо-Казахстанской области в первом полугодии. При этом нуждающихся на 10 тысяч больше. Об этом на брифинге рассказал главный врач области. По информации Владимира Пездлера, на учете в медицинских учреждениях региона сейчас находится больше 180 тысяч человек. Из них учреждения более 70 тысяч получают льготные препараты. Однако за полгода ими были обеспечены 61 тысяча североказахстанцев. Отмечу, обеспечение лекарственными препаратами в регионе уже не раз вызывало нарекания. Также руководитель управления рассказал о еще одной многолетней проблеме в СКО – дефицит медицинских кадров. В области не хватает 282 специалиста. Отмечу, всего в области насчитывается свыше 1400 врачей и 5000 средних медработников. Дефицит врачебных кадров на сегодняшний день он составляет 282 специалиста. Из них по селу 111 и по городу Петропавловску 171. Работа в этом направлении у нас продолжается. Наши врачи, главные врачи, специалисты управления ежегодно участвуют в ярмарках, вакансиях, подписывают договора. В этом году мы 87 договоров подписали.